Городские власти подключили ученых к решению проблемы предотвращения камнепада на портовом шоссе. Специалисты помогают составить техническое задание по дистанционному мониторингу склона. В случае фиксации малейших движений сигнал будет передаваться в единую диспетчерскую службу, где последует мгновенная реакция. Одновременно на объекте планируют возвести защитную дамбу. Предполагается использовать опыт размещения ограждающих конструкций и камнеулавливающих сеток с помощью промышленных альпинистов. Кроме того, здесь установят камеру видеонаблюдения. С помощью оборудования камнепад будет под постоянным контролем.